пожалуйста, несколько слов о технологии изготовления памяти к нашему медвежонку. Сейчас медвежонок, он пластилиновый. В итоге он будет бронзовый. Но прежде чем он станет бронзовый, его нужно будет загипсовать, то есть снять гипсовую форму, негатив. Затем в эту гипсовую форму будет заливаться воск, и только потом уже воск будет переводиться в бронзу. Спасибо, Оля.